Здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас на центральной площади города проходит парад, посвященный 9 мая. С 1941 по 1945 год из Бузулука ушло на фронт 30 тысяч добровольцев. 11 тысяч из них не вернулись. На сегодняшний день в живых осталось 186 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 8 узников фашистских концлагерей и 4 жителя блокадного Ленинграда. Война – это большое испытание физических и моральных, и духовных, и каких угодно сил. Поколение, которое помнит, я надеюсь, всегда будет помнить тот подвиг, который они совершили 68 лет назад, когда смогли побороть фашистскую Германию, коричневую чуму, как мы приняли называть. В Бузулукской земле есть кем гордиться. Она воспитала 22 героя Советского Союза. У каждого из них свой боевой путь. Но время безжалостно. Многих уже нет с нами. Именно поэтому особенно дороги непосредственные свидетельства тех событий. А кто, как не сами, солдаты Великой Победы, могут рассказать о страшных 40-х годах. И сегодня на площади вместе со всеми присутствуют и ветераны Великой Отечественной войны. Всех ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто остался жив, поздравляю с праздником Победы. Это наш великий и, можно сказать, заслуженный всеми нами праздник. Вот. И когда мы, скажем так, люди сегодняшнего поколения, отдаем дань уважения, вот, за то, что они совершили для нас.